Всем привет! Мы с Кирюшей находимся в лесу. Хочу вам показать красоту леса, осеннего леса. Сегодня у нас 8 сентября 2019 года. На улице плюс 20 градусов. Наступило бабье лето. Небо затянуто, но тепло. Сегодня воскресенье, и в лес пришло много народу, отдыхают, организовали пикники себе, вдали играет музыка, сейчас посмотрим, кто там. Здесь у нас молодые люди натянули какие-то веревки. Какой-то квест у них там. Видимо, это студенты. А вот вдали стоит желтая палатка. Видимо, они все оттуда. Сейчас посмотрим, что там. О, как красиво. Буйство красок. О, Кирюшка ходит. Давай руку. Так, мы приближаемся к этому пикнику. Здесь, видимо, какая-то организация проводит пикник. Исторический факультет, если я не ошибаюсь, написано на баннере. Сейчас посмотрим, что там. Да? Пойдем посмотрим, Кирюша, что там такое. Да. Да. Сейчас посмотрим. Исторический факультет. Педагогического института, университета. Вот так вот хорошо отдыхают девушки, ребята. Ну, пойдем. О, смотри, ящерка, ящерка. Ящерица. Где она? Убежала. Убежала ящерица. Так, ну ладно, идем дальше. О, какие елки. Зажигательные ритмы. Пед института. Ты пчела, я пчеловод. Ух, ты нашел шишечку, да? Ай, какая шишечка большая, да, Кирюша? Ай, какие шишки Кирюша нашел. Молодец. Пошли, не надо, тут уже грязные шишки. Давай, давай, папа в карман уберет шишечку. О, давай, это тоже в карман. Не хочешь? Ну, давай, так, пошли. Заходим в лесную чащу. Оффроад. О, какая собачка бегает, Кирюша, смотри. Вон там маленькая собачка бежит. Да, мы идем с тобой. Так, нам с тобой куда надо идти-то? Идем. Вот туда. Нам с тобой туда надо идти. Идем. Да. Да.
жалко. Пойдем отсюда, обойдем грязь. Огромная группа людей ходит. Неудивительно, сегодня воскресенье. Лучше всего ходить по будням. Тогда здесь народу никого нет. О, Кирюша, смотри, какая огромная толпа людей идет. Как много людей идет, смотри. Ученики, да? Да. Тихонько. Какая чаща. Давай ручку, Кирюша. Так упадешь тут, смотри, грязно. Давай, держись. Тут грязно. Так, нам надо с тобой на ту тропинку перейти, а то мы с тобой не туда выйдем. Заплутаем. Так, давай-ка перейдем. Вот на ту тропинку. Так, или мы тут сможем пройти? Ну, пойдем. Ладно. В принципе. Так. Нет, лучше нам туда пройти, да. Вот такая тут тишина. Пошли. Дай папе руку. Да. Ух, какая шишка, да? Шишки на шишки. Вон какие буреломы здесь. Настоящий оффроуд. Дикий заросший лес. И именно этим он и прекрасен. Вон рябинка растет. Так, давай вот здесь перейдем. Вот такое дерево. Опа! Сочная трава. Какие грибочки растут. Рябина.
Так, иди-ка сюда вот. Сбоку. Тихонько. Вот так вот. Древний исторический лес. Да, Кирюша? Вот в таком лесу раньше жили динозавры. Да. Да. Бегали тут. Динозаврики, да? Да, ух, они какие были. И большие, и маленькие, да, были динозаврики? Да. Да, бегали по лесу. Туда-сюда, туда-сюда. Да, вот так вот, да. Вот так вот они бегали. Папа. Что? Шишку? Давай папа заберет. В карман положи. Давай папе шишечку. О, нет. Не хочешь? Ну ладно. Ну-ка. Давай, пошли тогда. Ля-ля-ля-ля-ля. Дерево лежит поваленное. Так. Так. Вон, Кирюша, как дерево упало, да? Ох, как оно упало. Давай под ним пролезем. Пролезай. Проходи, проходи. Вот так вот. И папа тоже. Давай, пошли дальше. Тихонько. Так. Тихонечко. Так, давай папе руку. Птицы уже совсем мало поют. Осень. А весной тут раздолье. Птиц очень много. И куда? Не ходи в грязь. О, какое небо. Красивое. О, пошли. Давай руку. Тихонечко. Какое все лысое дерево. Так, давай, пошли, перешагиваем. Оп, не падай, перешагивай. О, как смола бежит, смотри, Кирюша, какое дерево. Полуразрушенное, да? И вон бежит смола. Играет на солнце, сверкает. Так, ну пойдем. Пойдем дальше. Все, а сейчас выйдем уже скоро, да, Кирюшка? Да, скоро выйдем. Мой хороший. Какой воздух. Аромат. И красивое небо над нами.
такие, да. Ох, какие были динозаврики раньше. Бегали по лесу. Ну и вот мы выходим к Черному озеру. Да. Да. К Черному озеру выходим. Сейчас увидим озеро. Там. Там, да. Там озеро. Озеро. Там. А здесь ели и красивое небо. Ох, какие ели роскошные. Дикие ели. Листочки падают. Ходим к людям из леса, да? Да. Сейчас будет озеро, а потом уже дома. Вот уже виднеется озеро. Да. Наше местное Блейк Лейк, Черное озеро. Сейчас я вам его покажу. Когда-то на нем купались, в нем, в этом озере купались, но это было давно. Тогда оно было чистым. Кто-то зажег костер, видимо, хотят делать шашлыки. А вот сидит семья. А вот это наше Черное озеро Блэк Лейк. Осинки растут прямо у озера. Поросло все камышами, тиной. Сейчас здесь утиные семьи живут. И люди приходят в хорошую погоду, отдыхают, устраивают пикники и просто приходят покормить уток, приносят, кидают им белый хлеб. Вот они какие камыши. Ну все. На этом с вами прощаюсь. Подписывайтесь на мой канал. Всем привет, всем добра. Пока-пока.